На углу улиц Ленина и 40-летия Победы работы по укладке нового асфальта завершены. На пешеходном переходе отремонтирована часть дорожного полотна. Но обязательной разметки до сих пор нет. Во время проверки муниципального контроля на территории проводили уборку и восстанавливали газон. В очереди на восстановление – ограждение. Забор вот это восстановить и поставить одного человека с картонкой, он аккуратно кисточкой просто прокрасит и сделает внешний облик, нормальное состояние приведет. Это не единственное нарушение правил благоустройства в городе. В районе кафе «Яем» отремонтирована часть дорожного полотна. Вокруг канализационных люков асфальт не уложен. Да и тротуар должен выглядеть иначе. Эту часть вот до тех цветов восстановления газона. В ближайшие дни ответственным службам рекомендовано устранить недочеты. На пересечении улиц Ленина и Крепостной собственники аптеки, кафе и магазинов забыли о благоустройстве прилегающей территории. Клумба, да, это хорошо, что она стоит возле вашего помещения, возле вашей аптеки, но в ней нету цветов. Вот у вас здесь, получается, напротив вашей аптеки дерево. Сюда надо три ведра чистого. Все будет. Вам никаких претензий, никаких. У каждого объекта и предприятия общественного питания и торговли должны стоять урны для мусора. И этот участок не исключение. Урна должна быть. Сейчас мы прошли. Значит, там, где нет урн, сейчас будут выставлять урны. За нарушение правил благоустройства возбуждено административное производство. Специалисты управления муниципального контроля подготовили пакет документов и направили на рассмотрение административной комиссии, где определят сумму штрафа. Также собственникам заведений общепита и торговли рекомендовали срочно привести прилегающую территорию в надлежащий вид. За две недели на пересечении улиц Ленина и Крепостной заметны изменения. Собственники предприятий торговли и общепита благоустроили прилегающую территорию. На входе каждого заведения установили урны, а в клумбах высадили цветы.